На улице еще зима, лежит снег, холодно, а здесь, в теплицах Брянского дорожного управления, уже наступила весна. И распустились 24 тысячи тюльпанов. Спрос на тюльпаны, выращенные к Международному женскому дню 8 марта, в этих теплицах растет с каждым днем. Секрет успеха – качество цветов, более 20 сортов и разнообразие расцветки. Желтые, красные, белые, перламутровые, двух- и трехцветные. Подготовка к посадке тюльпанов начинается сразу после новогодних праздников. 4-5 января мы выходим, начинаем сажать. Высаживаем. Делаем поменьше температуру. Им потому, что нужно, чтобы корень укоренился, нужно холод. Холодно, чтобы было. Мы опускаем температуру до 7-9 градусов. Вот такая. Это до 10 февраля держится. Мы поливаем регулярно каждый день. 10 февраля мы даем тепло и начинаем кормить и поливать. Срезать тюльпаны начинают за неделю до начала марта. Цветы аккуратно извлекают из земли вместе с луковицами. Срезают зеленую часть, упаковывают в целлофан и укладывают на хранение в холодильник тепличного хозяйства. Здесь поддерживается постоянная температура 4-5 градусов тепла. В таких условиях тюльпаны, не увядая, будут 2 недели дожидаться покупателей, которые приезжают сюда почти со всех районов Брянской области. Уже сейчас в тепличном хозяйстве городского управления готовится к озеленению улиц Брянска наступающей весной. Около 100 тысяч только одной петунии у нас будет. Будет бегония, ценерария, ну там бальзамины, колюс, все вот эти вот это, портулак. Всего 200 тысяч цветов, саженцы которых выращивают в теплицах дорожного хозяйства Брянска, высадят весной и летом на городских улицах. Среди цветов на улицах горожан порадуют и тюльпаны. Луковицы срезанных сегодня цветов осенью высадят на клумбах. Весной следующего года распустившиеся тюльпаны украсят улицы областного центра. Алексей Соболь, Алексей Рязанцев. События Брянска.